Волонтеры молодежного клуба «М-Лига» при лице имени Михаила Губогла и учащиеся старших классов приняли участие в экологической акции по очистке парковой зоны в Чадырлунге. Тем самым они попытались привлечь внимание к экологической ситуации в городе. Они будут активно, вот ребята с лопатами сажают кустарники, клумбы, озеленяют город. Плюс часть нам обещали саженцев в лицее, будем тоже делать аллею. В рамках экологической акции был также высажен небольшой участок деревьями из местного питомника. Декоративная клумба с названием «Живой лабиринт» – проект, который проводит общественная организация. Лабиринт начали, женская инициатива в прошлом году начала и в этом году доканчивает. В этой экологической акции в Чадырлунге приняли участие более 50 учащихся лицея имени Михаила Губогла. Экологические проблемы затрагивают всю планету. В общем-то и кислород, и вырубка деревьев. Вот как мы видим, что тут повырубали деревья и хотим восстановить чуть-чуть природу. Мы решили помочь нашему парку, который является очень загрязненным в крайней мере. И мы решили его как-то убрать, как-то сделать его лучше. И вот мы нам выделили несколько классов, которые нам помогут, и мы решили вот помочь как-то. Акция в Чадырлунге была приурочена к Международному дню День Земли. В настоящее время День Земли проводится уже более чем в 7 тысячах городов в 152 странах.